К экономическим новостям. На фоне ускорившегося падения мировых цен на нефть, курс российского рубля сегодня пошел вниз. На торгах Московской биржи российская национальная валюта по отношению к американскому доллару опустилась ниже 75 рублей. Евро при этом преодолел 80-рублевую отметку. На лондонской бирже стоимость нефти марки Brent рухнула до рекордных значений. За бочку черного золота в какой-то момент давали меньше 35 долларов. Так дешево она не стоила с лета 2004-го. Ближе к вечеру цены немного скорректировались, однако потом опять пошли вниз.